женщина дерется, так она дерется не на жизнь, а на смерть. Вот. А мужчины в этом плане, они более спокойные. Меня просто, реально, ребята, меня просто бомбит вообще от всей этой ситуации, что сегодня происходило. Я сегодня, короче, у меня сегодня была встреча одноклассников, мы нормально посидели, но в итоге я решила в конце вечера от них. Абсолютно с тобой согласен, да, Шерзот. Именно поэтому я могу сказать, что женщины такие жестокие создания, очень жестокие, то есть когда они дерутся не на жизнь, а на смерть. Мужчины в этом плане более спокойны. Моя кошка сходит с ума, она залезает в мой рюкзак. Киса, я тебя никуда с собой не возьму, отвечаю. Так, всем привет. После встречи одноклассников мы решили прогуляться в городе. И после того, как я поняла, что я уже нагулялась с этими людьми, я от них сбежала. И сбежала я в кальянную. В нашем городе Арзамасе, кто в прямом эфире из города Арзамаса, я не знаю, что у нас есть такое заведение под названием Бендер. Проходим мимо в такой ситуации. Смотри, блин, я бы с удовольствием прошла мимо в этой ситуации, если бы только не мои подписчицы, которые меня встретили в этом заведении, и они решили со мной сфотографироваться. Вот, то есть девчонки реально прикольные, интересные, они там им по 18-19 лет, они чуть-чуть меня помладше. Вот. В общем-то, я сидела тихо в заведении, сидела, курила кальян, они ко мне подбежали, они меня узнали, сказали: «Господи, ты Алина Комиссарова?» Я говорю: «Да, я Алина Комиссарова». И они решили со мной сфотографироваться, конечно же, я не против этого всего. Вот. Где мои все провода? Где мои наушники? Я, короче, я не знаю, где я забыла.